Время. У нас опять. Пробили с дороги. Они жировали потом. Еще сохранили до 15 лет. Мы не должны этого... Украина, Белоруссия и Россия. И другим значимым местам. Мы этого не допустим. Вот с этим в руках мы будем добиваться правды и свободы. Вот с этим. Это символ свободы во многих странах. И не хотелось бы, чтобы этот символ свободы стал и в нашей стране символом свободы. Ох, как нам этого не хочется, поверьте. Но если они нам не оставят другого выбора, то вот это будет разговаривать. Вот именно вот это сделано в СССР. Они теперь до нас выставили, БТРы гонят, правый сектор боевиков. Еще, ребята, правый сектор, к вам обращаюсь. Вы такие же украинцы, такие же народ, как и мы, трудяги. Как вы смеете ехать к нам с оружием, к своим соотечественникам, с которыми мы... Нам нечего делить с вами, нечего. Они только, мы являемся в их руках оружием, из помощью которого они деля свои набивают кошельки. Опомнитесь, ребята. Пусть стараются,